Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Huawei Mate 10 Lite сбросить настройки до заводских с помощью настроек. Заходим в настройки. Опускаемся вниз до пункта расширенные настройки, восстановление и сброс, и нажимаем восстановление заводских настроек. Удалятся абсолютно все ваши данные. Если вы поставите эту галочку, у вас также удалятся и файлы музыки и фото. Но в основном, если вы сбрасываете все настройки до заводских, вы именно этого и добиваетесь. Так что ставим галочку, либо если хотите сохранить, то не ставим галочку, и нажимаем «Сбросить настройки телефона». Подтверждаем наш выбор еще раз и ждем. Вот и все. Как вы видите, все настройки сброшены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!